Внутренний туризм планируют развивать в южных районах Костанайской области. Туругайский регион славится красивой природой, историческими местами. Туристам здесь хотят показать озеро Каратуз. А еще местные жители гордятся землей, где родился поэт и просветитель Ахмед Бай Турсынов. Желающих работать в сфере туризма немало, но потенциальных инвесторов отсутствие инфраструктуры отпугивает. Артем Грабов расскажет подробно. Издалека похоже, как будто водоем полностью покрыт льдом, хотя на термометре плюс 30. Это Каратуз. Вода в озере соленая. Обычно летом здесь много отдыхающих, в основном местные жители. Поговаривают, что свойства воды лечебные. Зеркало этого озера площадью примерно 10 тысяч квадратных метров. Местами глубина достигает 14 метров. Поверхность озера твердая, словно идешь по льду. Но местами есть вот такие вот полыньи, которые образовались сами. Местные говорят, что здесь 17 штук. Любой желающий может здесь искупаться. Вот эти, так скажем, лунки появляются сами собой и всегда в разных местах. Это не люди копают, где-то они затягиваются, а через несколько метров могут открыться. Из-за давления воды это происходит. Еще и в этом уникальность озера. Жители села Аколи, рядом с которым находится Каратуз, говорят, что здесь очень много пищевой соли. По предварительным подсчетам, 40 миллионов тонн. Этого хватит, чтобы обеспечить весь Казахстан и еще отправлять на экспорт. До 2007 года здесь ее добывали, потом предприятие закрылось. Рядом с озером Каратуз есть еще одно уникальное место, историческое. В степи стоит дом, где родился Ахмед Бай Турсынов. Сюда не приходят люди, чтобы узнать об истории Бай Турсынова. Здесь нечего показать, а можно было бы отреставрировать. Мы своими силами пытаемся его сохранить. Красим, белим и все. А еще сюда нет нормальной дороги. В 2022 году будет 150 лет со дня его рождения. Хочется, чтобы это место к тому времени преобразилось. Эти места находятся в 130 километрах от райцентра. Добираться сюда нелегко. Об этой проблеме местные жители говорят постоянно. И все же желающие развить тут туристическую сеть есть. А вот инфраструктуры нормальной нет. Это и пугает потенциальных инвесторов. Ахмед Бай Турсынов наоборот. На дороге, которая ведет в село Ахмед Бай Турсынулы, в прошлом году мы реконструировали мост. В этом году на ремонт еще одного моста готовим смету. И есть планы на перспективу. Хотим отремонтировать 11 километров дороги. Инвесторы готовы построить рядом с озером Каратуз дом для отдыхающих. А в отделении земельного участка власти еще думают. Точных сроков пока не называют. Но в Акимате уверяют, что сделают все возможное, чтобы Каратуз не повторил историю печально известного озера Кубейтуз. Артем Грапов, Ермек Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар 24.